В этом видеоролике будет обзор на вот такой вот спидфлоу. Это по типу 411 ЕМ, всем известного, такого уже заправленного. Вернее, не по типу, а это он и есть. Просто он как бы уже заправленный. Пятнаха. Сейчас будет пропиточка, потегаем, потестим. Ну и выводы, естественно, делайте сами. Очень тугая помпа, просто невероятно тугая. Вот вам небольшая пасхалочка на то, что будет в следующем ролике. И да, я немножко, ну не немножко, я поменял стиль, так сказать, чтобы разнообразить. Немного нельзя же все время одним стилем тегать. Короче, в следующем ролике будет стикербомбинг. Пока маркер проявляет себя охуенно. Ролики, если что, долго не выходили, потому что у нас в нашем городе шли сильные дожди, и невозможно было тегать, и сейчас более-менее нормальная погодка, потегаем, потестим маркер. Поверхность, конечно, так себе. Просто дело в том, что нет пока нормальных поверхностей. Бля. Честно говоря, мне вот реально не очень удобно 15-миллиметровыми перьями писать. Силу пропитать. Опа, собачки. Тимка. Блять, голубь напугал. Ладно, похуй. Их называют вандалами, хулиганами, те, кто расписал сырые стены баллонами. Этих ребят ты не найдешь в веке вечном, так что наблюдай за этим процессом бесконечно, двухзначно.
О, нихуя, он тут прикольно пишет. А, хотя... Почему бы и нет? Решил, так сказать, разбавить обстановочку. А нет, такое чувство, будто эта поверхность будет так себе держать. Хотя похуй. Наклеить стикер. Надо будет пропитать. Я разочарован, шли слаймо за тайм. Если кто не понял, это голубиная какашка. Thank you.
Многие помнят из моего предыдущего ролика, что я тегал в этом месте, но буквально там на следующий день пидорасы забафили. Вот я им и отомстил. Ай, неудобно. Мороженка. Ох, не очень тоже удобно, как бы. А если быть точным, да ёб твою мать, вообще неудобно. Ёб. Как-то так. Соси мою писю пока. Да блять. Блять, я по съебам решил вернуться, автобус съебался. Ребята, хочу сказать только одно. Мне, конечно, очень неудобно так. Бля, мысль не могу сформулировать. Мне, конечно, очень неудобно тегать пятнахой, потому что у меня ни разу до этого не было пятнах. И да, я всегда тегал восьмерками, 8 миллиметров, стандарт золотой. И тут купил себе пятнаху. И как-то еще не привык пока, пацаны, сорян. Выводы. Маркер мне безумно понравился. Один из лучших маркеров, по моему мнению. Ну, короче, маркер мне очень понравился. Очень хорошо пишет по всем поверхностям. Хорошо все кроет, это speed flow. Плотно. Уверенно. Вот, собственно, и минус. Очень туго, прям невероятно туго этот маркер открывается и закрывается. Это первый минус. И второй минус, у него невероятно сильный расход. Я убил его за час. Сделал 15 тег, и он пустой. Но в целом маркер, еще раз повторюсь, мне очень понравился. Выводы делайте сами. Парни, стрёмно, блядь, ты нахуй, ты не успел. Я ещё не
Иди.